Всем привет! Сегодня обзор построек моего подписчика Кримсона. Это мини-город, но уже есть поезд. Железная дорога, есть даже железная дорога, поднимается вверх. А вот и сам поезд. Очень круглый, красивый. И на нем очень много механизмов. Он едет на камерах. Механизм похожий как на машине на радиоуправлении. Это, наверное, пробная версия. Только без декора. Давай включи. Давай посмотрим, как он работает. Очень красиво, тут даже вентилятор есть. Давай, садись, покажи, как он работает. На камерах ездит, а он может совершать поворот вот здесь. Вау, можно мне прокатиться? Он так хорошо ездит, аж на повороте. Да, только здесь управление. Когда нажимаешь вперед, то едешь назад. Когда вперед, то назад. А можешь убрать забор? Я хочу наверх залезть. Ой. Я нечаянно твой паровоз. Сейчас я его верну. Огромный силач сейчас возьмет этот мини-поезд, перетащит его на рельсы. О, я бы мог поднять поезд. Куда мне его ставить? А, этот поезд со мной дерется. Он мне не дает его поставить. Мне срочно нужен супер джетпак. Спасите меня. Надо убрать массу. Отцепись от меня. Фух. О, проехал далеко. Я лучше его к себе к голове прикреплю. Ладно, давай лучше ты, а то со мной меня поезд не хочет. Маленький, то сильнее, чем я. Все, все готово, давай поехали. Давай я повожу. Сейчас, осторожно, на этот раз постараюсь не уничтожить поезд. Осторожно. Ой. Да что такое? Нижнюю под... вот эту нижнюю, где колеса, зафиксирую маслом или еще чем-нибудь. Все, на этот раз надо убрать все внизу. Ты зачем оставил? Загрузи этот поезд еще раз. Последний раз, только уже ты им будешь управлять. Что? Ой. Что случилось? Минус одно колесо? Где? Ладно, пошли в город посмотрим, что-то этот паровоз. О, ты тут добавил дорогу и все переделал в зиму. А что ты сюда еще добавил? Что ты сюда еще добавил? Ничего. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Геймс и Кримсон. Всем пока!